сайм бәні құдыты қаракшат, мұны дұрпеті Ахымат болыт сізені шаевті, залушылты ұрымы қашын көт бұлдыты көгіжі қаролқыпте. Болыт қорыды өтті. Сайм бәні ғырылма, сағарар. Сағалғанар. Тегіт бұдетіне мұны оқыда мені нақсы жын рецептер ғи ұрымы бұлдықыпте. Құңзон қолесі күдің, ондохың ұрмы, бұдет не ұрмы күдің бұдет. Тегіт, мұны қыда әгел залқу күжі ұрмы бұлдықы күдің дәуілі күді. Қарықты, ендімді... Залқу бұшы бұлым ұр орға елді. Бұлым за тим-тим. Ендімді зоғы, ендімді пішені, ендімді пряник, ендімді талдығын ұже майығын байына. Тегіт, бетіні ағансы Ине не был такой бы, тегет нам те хамто мне нагане мне нухер ире Зоя, тегет Зоя Йоринов, Зоя наша ириш, тегет сухта ажалдык мане залу блогернут продюсерское центре Инсайт Зон, ну люди гие, мно хавадалсха тегет Рамиры Токио, тегет наша ирвы. Танялсық ты, но мәне хамтажылдық блогернут, сайынут. Аразон, амармонды. Сайын байно. Зе, тегет, әхилетлі қаролетта, нүн тұруының юныңың үшілгі кіріктегі жіп. Нүн тұруың үні пішейіне пряник хойры үн бұлығдық? Безылғы кіріктегі. Безылғы тегі. Үні нашың егіт тайлат. Орет, ендей нашың жетсе, енімді мәйің. Орет нашың жетсе пока. Рамиры. Рамиры, сейчас тебя попросим измельчить пряник и печенье до однородной массы. Хорошо. Давай. Побольше нужно положить. Так, а мы пока давай с Токио будем раскладывать сметану по пиалочке. Да. Вы пока будете раскладывать сметану в пиалку. Угу. 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 Тегет, урдында мені нақсы жимне егет хыдык байғаған урмы. Моя айсо. Уже ирезлы хата ағат. Тегет, убылды егет безаладлы. Тейін үдотлы, тегет, құдық. Мұны ше баға юғыр месуропкар ғарғат құңмай бұлдыдық. Тейімі, 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 тейімі. Тегет, зе ішілі ба? Достатышны. Зоғымны нелің, тейімі. Утқым бақы әті ғой, тейімі, тейімі, утқым. Магазин хабхада зоғы хорин проценты зоғы барықты. Ем ұтхын зоғы. А какой процентное соотношение должно быть? То есть два печенья, два пряника? А можно еще побольше, даже еще пряник можно еще положить. Можно еще, например, черенку разложить, да? Вот чисто, может, так по чуть-чуть, да, на каждую пиалочку? Да. Давайте теперь нам молодые люди расскажут, что вы знаете про праздник Белый месяц. Ничего. Ну, с Агаловым, конечно, мы с детства отмечаем, да, всей семьей и в школе, и в садике нас обучали, да, песням, каким-то сказкам, про белого старца тоже много легенд мы слышали, и как бы на этом росли. Но вот, как бы, конкретно в моей семье, просто иркутская, так скажем, я бурятка, у нас сильно не принято готовить такую пищу, поэтому сейчас мне прям очень интересно за этим наблюдать. Я пробовала однажды урму, вот, но никогда не видела, как оно готовится. Вот. Но обязательно, конечно, как на все бутылдеры, да, все вот эти, как они называются там?
Я печеньки складывают вот так. Да ладно. Должен, конечно, собирали. Вот. Ну, в основном это уже у дедушки с бабушкой все это происходило. А так дома вот бузы свои. И слава богу. Вот. Так, а Рамир? Ну вот я сегодня узнаю все больше и больше об этом празднике. Но я видел в фильме недавно, в котором Токио снималось, там был бурятский Дед Мороз. Сахану Бун, да? Сахану Бун, ага. Да, вот. И, ну, мне интересно познавать культуру, мне интересно узнавать что-то новое для себя. Вот. Я-то не местный, я приехал сюда. А сколько вы уже в Бурятии? Я здесь полгода в Бурятии. И с каждым днем, да, вот я вот как и сказал, узнаю все новое и новое. И поражаюсь вот этой вот культуре, народу, гостеприимству. И очень мне понравились сильно бузы. Это получается, прям... это ваш первый белый месяц, да, в Бурятии? Да. Ой, как классно, интересно, да? Турушеньки. Турушеньки. Ух ты же, Вена. Так, теперь поделитесь, какие бурятские слова, может, выучили за это время? Ну, я выучил слово «амтате». И вот сейчас я узнаю, насколько это блюдо амтате. Ой, как здорово! Да. Но если тебе понравились бузы, я думаю, что бурятский десерт, как мы называем его еще попроще, да, бурятское мороженое, потому что урму подают холодным, и очень это вкусно. Можно там, не знаю, килограммами поедать. Ну, конечно, потом килограммы откладываются. Вот, традиционное урмы я попробовала впервые в доме своего супруга. Моя свекровь Екатерина Хамаевна, она приготовила наш первый сагалган, когда мы поженились, была там. Приготовила с такой любовью, с такой душой, поставила это блюдо на балкон остудить, скажем так, потому что это действительно бурятское мороженое считается у нас в народе. Я когда попробовала, вообще мне так понравилось. А на тот момент времени я была беременна нашим первым ребенком. Ему сейчас уже почти 16 лет. Буквально в этом месяце исполняется 16 лет. И представляете, для беременной девушки попробовать настолько вкусный десерт. А я тогда старалась слишком много сладкого не есть, но от этого блюда я не могла отказаться. И прямо, можно сказать, ложками наяривала. Это было безумно вкусно. А теперь расскажите, как вы встречаете сагалган? Хашинга сагалгана тангрте октодгапта ёблдгапта мною блднаптажеше. Будет не те гирблоро сагалая октахада те орет бурханхадлых ихуди. Те бухук зала мяха. Те мяха даллага блдхубди те гад харугло нур бадодло. Встречаем богиню Хаму, да. В алтарь как ходим. И это делают абсолютно все члены нашей семьи, даже самые маленькие. То есть у нас двое детей, да, младшему 8 лет, он тоже встает, тоже подходит к алтарю, молится. То есть для нас, для нашей семьи праздник Белого месяца, сагалган, это, наверное, самый главный праздник в году, именно семейный. Вот. Я тоже, вот как Токио, росла в Иркутской семье, точнее, в семье иркутских бурят. И понимаю, что Токио имеет в виду, когда говорит, что мы не так, не по таким традиционным канонам встречали, возможно, сагалган. Но когда я вошла в семью супруга, там прямо все четко по всем традициям бурятов. И на самом деле это очень важно. Ценить, сохранять культуру народа. Верно, тон зубхал. Вот за эти вот юмбо-юмбо-жены. Я думаю, уже достаточно. Покажи-ка. Да, давай еще немножко, чуть-чуть. Расскажи, какая должна быть масса. То есть не комочков. Без комочков это должно быть. Должна быть такая однообразная, единородная масса. Постараться. Ну, при современных технологиях, конечно, можно было бы это миксером сделать. Но мы делаем так, как это делала моя бабушка, представляете, вот она не ленилась, вот она сидела вот и несколько килограммов вот печенья, пряников, вот она делала огромную урму, она в таком огромном
ну, не тазу, а в огромной кастрюле вот она сидела, чтобы урмы надолго хватило. Потому что гостей же, как правило, приходит очень много в дни Сагалгана. А поскольку моя бабушка пользовалась, скажем так, авторитетом среди родственников, желающих поздравить и прийти в гости, к ней было огромное количество. И вот, а ты же не будешь гостей за пустым столом встречать? И вот она лепила бузы, конечно, и делала урмы. Еще она делала саламат и делала такой бурятский напиток арса. Потом как-нибудь при возможности я вам покажу, что это такое, и дам попробовать. Потому что когда ты выпьешь этот напиток, никакой мороз тебе не страшен. Тимур? Стонзуб, да? Тигет, муно сагалган, да? Хни золох, то шо, хни амашл, хоп, то сагалган, да? Те, урит ижевая, зоинга ижевая, аша же залахабде. Тегет мини абгаимне. Тегет орт. Олым хун зони золга живая хабди, да? Элшин ваш хабди. Тегет. Да, конечно, конечно, что будет к старшим хоть, а к вам младшие будут приезжать. Да, конечно, обязательно. Ирнап, да. Сагалган длится у нас целый месяц. Само собой, мы в течение этого месяца будем посещать гостей, к нам будут приходить гости. И на самом деле это то время, когда ты понимаешь, насколько у тебя богатая, большая семья. И с удовольствием вот эти родовые корни, объединение семьи, это очень важно. И показывать своим примером детям, что нужно почитать старших. Нужно уважать старших и, конечно, при любой возможности видеться с родными и близкими. А Токио расскажите, кому пойдете поздравлять? Ну, насколько я знаю, да, что традиция младшей всегда идет к старшему. Поэтому, конечно, родители и, конечно, бабушки и дедушки. К ним пойдем. Вот. А младших у нас пока нет. И на характы. И вот. Порошок шинди. Вот, посмотрите, вот такая консистенция должна получиться. Рассыпчатая. Рассыпчатая. Mm-hmm. Такой порошок. Mm-hmm. Порошокообразный. Ну что, давайте раскладывать по пиалкам. Давай. Так. Токио, давай. Зе урмах хин тула хитин аргавай дикешем удунупте, тигет ине гел булун арганим болнагеше. Смотрите, ребята, масса у нас получается достаточно густая. Вообще, на самом деле, здесь зависит все от индивидуальных предпочтений. Например, я люблю такую нежную массу, да, урмы, чтобы она была такая, можно сказать, даже чуть-чуть жиденько. Булат мне, когда мы ехали сюда на съемки, он сказал: нет, урмы должны быть густое. Я говорю: я люблю, когда чуть-чуть, как будто бы оно такое, как подрастающее, наверное, да. И поэтому здесь нужно смотреть, если вы хотите, можно добавить еще сметаны. Да, еще можно добавить. Вот, я думаю, да, добавим сметанки обязательно. Заухахье. Вкусно, да. Амтотего. А если это еще, подостудить, да, то есть в холодильник поставить, это прямо вообще будет объедение. Да, подостудить. Это вообще настоящая мороженка бурятская. Для Булата это вкус детства. Для меня это вкус уже более зрелого такого возраста, когда я уже была беременна первым ребеночком, и я навсегда запомнила этот прекрасный божественный вкус. Да. Тебе жахнга наксы жит я одум был хонгфубум. Тегет. Бухи шанган барган идем. Мне эгел амтате дуртейму мне наксы жин. Гарара барыдан, иди.
И говорит, мне нагнем не нухер зою, трушенькио шулуб шанаган. Талхата халадго. Талхата халад. И говорит, би трушенькио амтузо хэмби. И говорит, хэнгэха хэмби. Мне наксы жин шанаган абадли шулум бэга. Я помню этот момент, Влад говорит, ты так интересно приготовила, как будто бы готовила моя бабушка. А вас, наверное, бабушка научила? Или... Нет, сами, да? Знаете, если я начну рассказывать о том, как я училась готовить, наверное, вы будете смеяться, потому что я не умела готовить до того, как я вышла замуж. Так, это младший... интересно. Да, да, я младший ребенок в семье, пятый, отхончик. И все мои старшие сестры, они в основном занимались тем, что готовили. А я, так как я отхончик, я приходила со школы, сразу садилась за готовое и угощалась, можно так сказать. Я научилась готовить только в 22 года. Поэтому, когда говорят, что я чего-то не умею, я всегда говорю, никогда не поздно научиться, потому что я только, выйдя замуж, научилась готовить. И мой первый суп Булат оценил и сказал, ты приготовила, как моя бабушка, даже не как моя мама. Мама моя по-другому готовит, а бабушка вот так именно готовила. Я еще так удивилась, думаю, надо же, как интересно. И вот что бы я ни приготовила, Булат каждый раз удивляется, говорит, почему у тебя получается, как у моей бабушки. Потому что я на самом деле, так как не умела готовить, я всегда самые простые ингредиенты, самые простые приправы использовала. А что наши бабушки-то готовили? Они же все из простого. Соль есть? Есть. Никаких там суперприправ они не добавляли. И поэтому я думаю, что во многом вкус моих блюд отзывался у Влада в сердце таким знакомым, родным вкусом детства бабушки. За их гоним бэна этигет. Есть такая бурятская народная мудрость. Говорят, старшие детям говорят это, то, что «Юмунду хурат бэ хадышне, хун буляжа авахугы». Булутаха оршуладу гэдда. Если ты чему-то научился, никто этого у тебя уже не отнимет. Точно. Вы согласны? Да. Да. Ну и как, Рамир, попробовал? Да, попробовал, мне очень понравилось. Нежно это... получилось. Да. Ну, смотрите, по желанию, если вдруг прямо, ну, кто любит прямо сладкое-сладкое, да, то можно добавить туда и шоколадные конфеты, допустим. То есть урма – это такое универсальное блюдо, универсальный десерт, что туда можно любую сладость добавлять, и это вот такая вот обалденная вкуснятина получается. Мне теперь интересно попробовать замороженного. Да, замороженным. Остуженным. Ну, как мороженое, да, будет. Сейчас, да? В наше современное время продают такие уже формочки подмороженное, да. То есть можно как-то в эту формочку наложить, палочку вставить и потом уже в морозильную камеру, да, достать. Уже. И будет действительно настоящее мороженое. Все. Да. Теперь знаем, чем заняться. Да. Да. Не согалбина. Но помимо бус у вас будет теперь на столе и урма. А потом еще можно будет посмотреть в рецепте, ну, в интернете, саламат. Это мама. В старину вот урму готовили так, например, да, творог положили, получается обязательно черемуха. Черемуха и творог – это обязательные ингредиенты. И плюс добавляли корень саранки. Да. Улалзесисик называется. У нас так готовят. Например, у нас в Агинске так готовят. Я обожаю тоже урма. И еще в то время вот всяких печенье, ничего такого не было, поэтому туда еще можно было добавлять бобы. И поэтому сейчас тоже все по-разному готовят, и получается вкусно. Да. Ну вот моя бабушка говорила, что когда не было печенья, естественно, они бобы. Бовы добавляли, вот корень саранки, чтобы как-то подсластить это. Амтузыш? Ага. Ине, не варю. Очень вкусненько, нежненько. Нере, амтузы. Амтагу. Ну да, йогурт шунгешую ты, а? Тим. Похоже на йогурт, да? Вот, пожалуйста. Да. Интересно даже очень. Еще, да. Ребята, если вы не знали, что сыр можно готовить тоже в домашних условиях. Я помню, несколько лет назад я попробовала сварить сыр
дома. Это оказалось очень просто, очень просто. К сагалдану, то есть белая пища, это все, что связано. Молоко, сметана, в том числе и сыр. И я подумала, господи, насколько домашний сыр, оказывается, может быть вкуснее даже магазинского. То есть вот так вот на будущее вам, ребята, попробуйте. И там очень простые ингредиенты. Расскажешь нам. В следующей передаче мы будем готовить сыр. Это будет тоже интересно. За игодло былын тургын урмы, когда бде дурбула дурбун хун тургын орхебде нилен амтате было, тем буде глума. Те тонзуб амтате было, и те игод Айлшат не хылымгуэ, нэгэ сагвалад ерхым нэгэхэн ийгэд хэхэд болхоте. Те хоэр гурум удар орэд Айлшат ерхэвэ нэгжэмэдэ, а бы хатушэк аргарэн хэхэд болхоте. Тима, тима, тима. Если, друзья, ну то есть поясняем, да, для тех, кто не понял, мы переведем. Смотрите, если вдруг вам гости буквально звонят за час, говорят, мы сейчас придем к вам, то есть можно быстро вот в течение 30 минут сделать урмы, достать бузы, сварить, и все, праздничный стол готов. Да, это точно. Так что пользуйтесь лайфхаком. Зэмэнэ дамжолгэ игэд дүрхэн, тигэд харакшытта ханды елда, оржывэхэн саган харар ханихалонар амыршалат, тигэд бод сэдинишэфты уго дамжолгэ. Хундуты мэнэ манэнэ тогархэд, бурят оласай арат зон. Табу дни ина ержи болгон сага харар сагалганар онуң зырхунхо амаршалынып де тегет упшынды дәрігдігі ажалда оркшты хунды тоғыты әуғетіне уреніп де саган харар сагалганар.